всем вам, вашим близким, вашим соседям, людям, с которыми вы общаетесь ежедневно, в нашей непростой сегодняшней ситуации, хотелось бы пожелать прежде всего, конечно же, мира. У памятника воину-интернационалисту, который был установлен в 1998 году на улице Крылова, собрались десантники. 2 августа является памятной датой, а именно днем рождения воздушно-десантных войск. Главная традиция – это посещение памятников погибшим воинам, например, в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Для самих десантников, помимо возложения цветов, еще очень важна сама встреча со своими боевыми братьями. Десантник – это на всю жизнь. То есть это не как род войск, это звание уже, наверное, по жизни. Потому что на этих ребят, которые там служили, можно всегда опереться, положиться. И, то есть они все всегда придут на помощь. Как говорят сами десантники, если они дружат, то по-настоящему. Они называют это скорее братством. По России существует союз десантников, а в Пушкино есть организация «Боевое братство», которая поддерживает бывших военнослужащих, принимавших участие во всех локальных конфликтах. Мне нравится то, что я пошел в ВДВ. А ты сам или вас распределили? Не, я сам пошел. И как проходила служба? Служба хорошая. Чечню прошел, служил на Кавказе. Все хорошо. Ребят встретил. Мне приятно то, что, да, вот у меня братка стоит. Как говорится, наше поколение, ваше поколение, да, то, что говорится, мне приятно то, что я видел тех людей, которых до этого, может быть, и не знал, да. День ВДВ, как сказать, то, что объединять людей, да, то, что можно встретиться. Евгения Коломиец, Владимир Парфенов, телеканал «Твой».